Оттуда, ой, какая я усталая. Мы вчера так хорошо посидели. Сначала в ресторане, потом сходили в бар, послушали музыку. В общем, очень хорошо посидели. Но, как вы понимаете, мы люди особо непривычные к тому, чтобы ночью сидеть где-то. Заходим в ресторан еды из Луизианы. Это штат Луизиана. А в Луизиане много французско-африканско-американского населения. Поэтому еда там другая, чем где-либо еще в других штатах. Труба тут такая. Труба, как она называется вообще? Не знаю, как это называется. Не уверена, как к этому подступиться, но сейчас мы это будем есть. Это вы, как понимаете, конечно, креветки, вот такие огроменные. А мы сегодня на берегу вот такой речки в ресторане на тему Луизиана. Mm-hmm. Really? No. Okay. Rest. See that? Yeah. I think you're sharing. Значит, вот такой вот бутерброд с курицей огроменной Васька заказал. Похоже, он будет делиться, потому что мне принесли вот это. Это суп с морскими продуктами. Называется гамбо. Seafood gumbo. Очень популярный в Луизиане, но по внешнему виду не аппетитный. Я еще не попробовала, конечно, может быть, он замечательный, но да, это аппетитнее смотрится. Это внутри этого же ресторана. Мы сидим на улице, зашли в туалет, а тут тоже интересно. Конечно, приятнее на улице сейчас. Ай. Sure, why not? Пора уходить. Мы же вот там вот эти зонтики, вот, кстати, мы вот там вот кушали. Теперь зашли в магазин конфет, купили немножко конфет детишкам, как сувенир, да? Уехали всего лишь на 24 часа, но уже приезжаем с сувенирами, с подарками. Красотуля какая! Now where?
Это наш вид из окна сегодня. Вот такое вот поле. Тут, кстати, вчера была игра, а ночью они эти поле чистили. Не знаю, вообще, по-моему, люди не думают. В час ночи они это поле чистили, при этом так шумно, с какой-то такой штукой, с которой, ну, спать невозможно было. Уезжаем. Ну, я жду, пока муж приедет с машины, но и забирает с парковки. Вот это наши вещи. Мы уходим отсюда. Ой, какая я сегодня усталая. Мы вчера так хорошо посидели. Сначала в ресторане, потом сходили в бар, послушали музыку. В общем, очень хорошо посидели. Но, как вы понимаете, мы люди особо непривычные к тому, чтобы ночью сидеть где-то. Поэтому сегодня мы немножко усталые. Решили просто такой расслабленный, спокойный день делать. И мы поедем в ботанический сад сегодня. В Оклахоме-Сити есть ботанический сад. Но за 20 лет жизни в Оклахоме мы до сих пор до него не дошли. Сегодня, наконец-то, дойдем. Вот отсюда быстренько покажу эту комнату ожидания, ну или комнату отдыха, наверное. Для любого можно тут почитать книжку, телевизор посмотреть. Муж уже уходит серьезно. Сейчас я тоже уйду. Вот тут можно новости посмотреть, у камина посидеть. В общем, вот такая вот комната около выхода или входа. В общем, не важно. А еще можно взять кофе, который сейчас напоследок я и возьму. Взяла Robust, что значит сильный кофе. Вот такая чашечка. Конечно же, с кремом. Кстати, можно и чай, конечно, выпить. Но сейчас утро, а мы долго не спали вчера, пока мы ходили в бар, пока мы ходили в ресторан. Ну, в общем, кофе сегодня – это нужное дело. Чай будет ждать на следующий раз. Мы сейчас находимся в Бриктаун. Бриктаун – это, получается, кирпичный город. Этот город был заброшен. Район был заброшен. А потом его лет 20-25 назад начали восстанавливать. Вот, кстати, вот это здание ему 100 лет. Вот там здание тоже ему около 100 лет. В общем, начали восстанавливать, и теперь это очень популярная часть города для развлечения. Здесь много ресторанов, баров, всяких баров с музыкой. Ну, в общем, развлечения. Дорожное движение тут, конечно, не очень, потому что у них перегорожено все. Они делают, как же это называется, рельсы для трамвая. Ну, ничего. Самое высокое здание в Оклахоме. 884 фута. Разделите это примерно на 2,5 и получите, сколько это в метрах будет. Небо красивое.
мы идем в ботанический сад в Оклахома-Сити. Мы ни разу не были здесь, но посмотрите, рядом с огроменным зданием, по-моему, ботанический сад большей частью внутри, вот здесь вот, но я точно не знаю, так что сегодня будем смотреть и показывать. Сказали ждать. Ну, по одной машине тут проезжает, но все равно мы как хорошие люди стоим, ждем. Нет, уже не хорошие, уже Васька идет. Ну ладно, я тоже пошла. Сад очень понравился. Если вам это видео понравилось, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии.